соревнования. Вот Моника Минчева из Болгарии. Молоденькая девочка. Да, Федерация художественной гимнастики Болгарии решила опробовать молодых девушек. Немножко жалея свою примадонну Симону Печеву, но она, возможно, появится на киевском этапе гран-при. Ну, я скажу, что очень хорошие данные от природы этой девочки. Она гибкая, она растянутая, она хорошо прыгает, но не хватает опыта и, возможно, чуть школы. Вот этот прыжок, он заявлен на 0,5, она не положила ноги на плечи. Это прыжок, который первой начала делать Алина Кабаева. Ей, конечно же, его не засчитают. Ох, как энергично. Да, она темпераментная. Гибкая девочка. Ну, я скажу, что с предметом она справилась значительно увереннее, чем с телом. Но ничего, молодая. На соревнования ее привезла Станимира Толя.